Попасть по шарам не так-то просто. Чтобы играть в бильярд профессионально, нужна дисциплина и терпение. Ковровский бильярдист Антон Виноградов этими качествами обладает. Он трехкратный абсолютный чемпион России среди юношей. В 10 лет Антон Виноградов стал мастером спорта по бильярду. Шары он забивает с малых лет. Тренирует Антона его папа Максим Виноградов, профессиональный бильярдист. Соревнования среди сверстников спортсмену даются легко. На юношеских чемпионатах Антон победил 3 раза подряд. Сейчас ему 15 лет, но играет он на уровне взрослых. Бильярдист готовится к всероссийскому чемпионату для участников в возрасте до 21 года. Там он намерен победить, а после идти к чемпионату мира. Антон хочет стать профессиональным игроком. Сначала нужно на чемпионате России хорошо выступать, но только на взрослых надо, потому что если ты на юношеском, как я до 16 лет, только на юношеский чемпионат мира возьму. А если ты будешь хорошо показывать на взрослых чемпионатах мира, тебя, конечно, уже заметят, увидят и куда-нибудь пригласят. На днях Антон Виноградов вернулся из Крыма со сборов. Тренировки и поездки на чемпионаты отнимают у спортсмена много времени. Успехи в бильярде отразились в учебе. Снизилась успеваемость, но спортсмен говорит, любимое занятие ему больше по душе. Но сейчас я больше уже как-то склоняюсь к бильярду, потому что у меня с учебой действительно уже все становится плохо. И я не думаю, что я отучусь очень хорошо и закончу 11 класс прям хорошо. И поэтому я, наверное, отдам предпочтение бильярду. Учебу еще можно подтянуть, а вот тренировки в бильярде пропускать совсем нельзя. Партии в бильярд могут затянуться на несколько часов и требуют выносливости. Игроки проходят вокруг стола несколько километров. Антон Виноградов тренируется до 6 часов в день. У спортсмена есть все качества, чтобы стать профессиональным бильярдистом, считает президент Федерации бильярдного спорта Владимирской области Андрей Степаненков. Достигает успеха тот спортсмен, который готов трудиться. И мы заменяем бильярд с учебой, например, это тоже труд. И они умеют совмещать все это. И это хороший стимул. Если у нас дети в начальной секции плохо учатся, то родители могут их не допустить к тренировкам. И тем самым они любят бильярд, и они исправляют свои оценки. Это дополнительная мотивация. Сейчас Антон будет наверстывать учебу, чтобы оценки не отвлекали от тренировок. Ближайший чемпионат России пройдет в Сочи. Спортсмену придется сменить тактику, ведь молодые гораздо больше атакуют, а взрослые, наоборот, защищаются. Иван Стариков, Станислав Трегубов, Губерния 33.